Так, Тимофей Жулин может выйти чисто 1-1 с голкипером. Гол! Жулин гол! Его срезали, там был Бабулин. Но он забивает, красава. Причем, вы знаете, ему было сложно, потому что защитник дошел буквально параллельно. Защитник не отступал. И потом стал подрезать в падении. Красивейший гол. 12-я минута. Ирбис в игре. Жулин. Проводит встречу против Талпара. Но, в свою очередь, уфимцы начинают свою гостевую серию. Хороший момент. И шайба залетает в ворота. Это гол. Отличается 43-й номер. Кирилл Свищев. Который... в сегодняшнем матче вернулся Кирилл Свищев. Открывает счет в сегодняшнем матче 1-0. Печалька, как получается, да, отпустил или ну, не знаю. Подробностей я никаких не знаю, но вообще... Ой-ой-ой-ой, ребята, не до составов нам. Не до составов нам, потому что у нас тут маленький шедевр сотворил Тимофей Жулин. Ну, я бы сказал, что Жулин, нападающий, на мой взгляд, такой не супер техничный, достаточно прямолинейный, но как он сейчас исполнил? Конечно, просто молодчик. Падение, судья был близко, не среагировал, значит, все в рамках правил. Тут же следует очень длинная передача, можно переместиться в центр. Что и делает Великов? Какой гол Максима Великова? 1-3. Не самая удобная передача, да, длинная передача, не самая удобная, но сначала сумел обработать ее Максим Великов, затем сохранил шайбу и исполнил, конечно, выше всяких похвал. С разворотом, причем потерял бы скорость и, скорее всего, успели бы вернуться. Вот это да! Отличная контратака была от красноярских рысей. Баськов имел возможность, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не забиваешь, ты забьют тебе. И опять не без элемента случайности. Шайба оказалась в воротах. И кто бы мог подумать, а это Ковальчук. Оправившийся вот от этого столкновения с бортом. Пока в равных составах не забивали, но все равно две шайбы за период. Это, ух ты, момент какой, передача шикарная и завершение фантастическое. Великов девятку с неудобной руки бросает и пробивает в третий раз. Корнилова. Ух, опасно от конька Волковского, шайба рикошетила и хорошо мимо. Опять какие передачи, как же здорово разыгрывают эти атаки хоккеисты альметьевской команды. Скрытые передачи себе за спину, и все это оставляет оставляет в дураках хоккеистов красноярских рысей. Теряют шайбу тюменцы. В своей зоне снова красиво действует Ковязин. Ковязин, гол! Ох, Иван Ковязин решает. Все-таки довел свое дело до завершения. Рябкин, ну вот кто не может сегодня забить пока, а вот теперь забивает. И вот такая радость Рябкина. Но все-таки он исполнил. Он нашел свой момент, и никто ему тут не помогал. Он все сделал сам. Лученков. По центру. Сорок развернулся. Один в один. Рогачев обыграл. Гол! Фантастика. Просто фантастика. Савелий Лученков приносит крылья. Шикарную победу. Вот это да! Вот это гол! Да, шикарный гол в исполнении четвертого номера крылья Советов. Показал, как один он может играть против трех игроков соперника. Ловкость рук и